Вообще, ярмарки в совхозе имени Ленина проходят на протяжении всего года. Будь то зима или лето, каждые выходные здесь организуются небольшие ярмарки, где местные жители имеют возможность приобрести необходимые товары по цене ниже, чем в магазине. Но осенью и весной администрация сельского поселения устраивает расширенную ярмарку, где помимо продукции ЗАО «Совхоз имени Ленина» продаются товары с разных областей России. Ярмарка очень хорошая, удобная. Во-первых, можно все закупить, здесь все необходимое есть. Все, и цена очень приемлемая. Там нас очень устраивают эти ярмарки. Желаем, чтобы они были почаще и постоянно. Великолепно. Замечательная ярмарка. Мы очень часто посещаем ее здесь. Представители всех наших областей России присутствуют здесь. Цены, ну, в принципе, приемлемые, свежие продукции. Ну, очень, нас это очень устраивает здесь. Вдохновляет на будущее, чтобы такая ярмарка продолжалась и в будущем. У людей была возможность купить одежду, обувь, кожгалантерею, хорошо брали одеяло и подушки. Из продовольствия на прилавках лежали овощи, фрукты, соленья, мед. Тамбовцы привезли свежую рыбу, белорусы – сладости. Ногинский совхоз порадовал отборной кисломолочной продукцией. Хорошо берут продукцию. У нас очень вкусные, свежие продукции. Им больше нравится, чем брать в магазине. На эту ярмарку покупатели приезжали даже из соседних поселений. Например, житель сельского поселения Развилковское Ярослав не поленился и в свой выходной проснулся пораньше, чтобы закупиться качественными и недорогими товарами. Ярмарка замечательная. Это очень удобно для жителей. Даже не только для тех, кто здесь живет. Позволяет купить хорошие продукты по хорошей цене. Большой ассортимент продукции был представлен ЗАО «Совхозом имени Ленина». Особый спрос у людей был на их соки. Хорошо брали и яйца. Учитывая, что до Пасхи осталось совсем немного времени, эта ярмарка стала отличной возможностью купить свежие, натуральные продукты по выгодной цене. Юлия Погосян, Алексей Иванов, Елена Кошлева, Видное ТВ.